Во Владивостоке началась весенняя уборка. Как только установилась положительная температура воздуха, на улице города вышла спецтехника. Пылесосы сейчас чистят дороги, а парогенераторы отмывают остановочные павильоны. Приводят в порядок и леерное ограждение, и зеленые насаждения. Такая работа будет продолжаться, а количество техники нарастят. С 1 апреля в городе стартует санитарный двухмесячник. Дорожные службы, озеленители и другие ведомства объединятся, чтобы навести порядок. Контролировать их работу будет оперативный штаб, созданный при городской администрации. Работы предстоит много, штаб будет проходить каждую неделю, четкие задачи, спрос за итоговую реализацию, ну и впереди мы готовим несколько больших мероприятий. Первое – это общегородской субботник. Уверен, что малых субботников будет достаточно, но вот общегородской предварительно на 22 апреля мы готовим. Как бы, плюс мероприятие тоже значимое. Мы хотели бы провести всегородской день озеленения или высадки деревьев. Константин Шестаков поставил также задачу уделить особое внимание территориям кладбищ перед родительским днем. Помимо вопросов санитарии, на заседании штаба обсудили и старт дорожного ремонта. Его начнут, как только установятся подходящие погодные условия и начнут свою работу асфальтовые заводы. Искренне надеюсь, что значительно раньше, чем в прошлом году, мы сможем приступить к аварийному ремонту наших дорог. В прошлом году это было 18 апреля. Искренне надеюсь, что погода позволит запустить асфальтовые заводы там, значительно раньше. Как только заработают асфальтовые заводы, у нас уже контракты все разыграны, мы готовы будем приступить к асфальтированию.